Как полагает следствие, 40-летний челнинец с начала прошлого года начал активно готовиться к вступлению в ИГИЛ. В России эта организация признана террористической и экстремистской. Отец двоих детей на протяжении полутора лет просматривал различные сайты, в которых была размещена информация об ИГИЛ. Также в социальных сетях он изучал маршруты передвижения от Турецкой республики до территории, которую оккупировала экстремистская организация. Втайне от супруги мужчина решил увезти с собой своих маленьких детей. Он забрал из дома сбережения и купил авиабилеты на рейс Нижнекамск-Стамбул. В полицию обратилась жена челнинца и сообщила, муж хочет вывести сына и дочь за границу без ее согласия. При прохождении пограничного контроля мужчину сняли с рейса. В ходе предварительного следствия была проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой у него обнаружены признаки хронического психического заболевания. Уголовное дело направлено на Набережно-Челнинский городской суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера. Анастасия Елисеева, Василий Киселев, эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24 «Релакс».